Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Самарские дзюдоисты выступят на чемпионате мира в Астане. Самарские теннисистки потерпели фиаско на профтурнирах в Северной Америке. Баскетболистки Политеха сыграют на турнире с клубами премьер-лиги. Женская баскетбольная команда Самарского Политеха из Суперлиги готовится к предсезонному турниру в Иваново. Конкуренты – более мастеровитые клубы премьер-лиги. Вологда, Ивановская энергия, Оренбургская надежда и столичная МБА. В середине сентября Политех начнет борьбу за Кубок России. В группе Г еще сыграют Пензенская юность, Саратовская Виктория и Шахты ЮрГПУ. Анастасия Павлюченкова выбыла из борьбы на теннисном турнире в Цинциннате. В четвертьфинале американских соревнований она в двух партиях проиграла румынке Симоне Халеп 6-7-2-6. Еще одна самарчанка Дарья Касаткина не смогла пройти в третий круг турнира в Ванкувере. Касаткина уступила хорватке Петре Мартич 7-6-6-1. В столице Казахстана Астане стартовал юбилейный 30-й чемпионат мира по дзюдо. Сборная России представлена и самарскими спортсменами. Ирина Заблудина выступит в личном зачете, а олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев в командном турнире. Кроме титулов и медалей, дзюдоисты пополнят свою копилку рейтинговыми очками. Золото чемпионата мира принесет победителю 900 очков, что всего лишь на 100 баллов меньше стоимости олимпийской путевки. Серебро 540, а бронза 360 баллов. Чемпионы станут еще и богаче. В личном зачете на 20 миллионов рублей, а в командном на 15 миллионов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.